Встретиться с любимым футболистом, стать на время сотрудником ДПС, получить в подарок музыкальный инструмент, спортивный инвентарь, игрушки, одежду и даже цифровую технику стало возможным благодаря традиционной акции «Елка желаний». С 15 ноября по 11 декабря дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей или оставшиеся без попечения родителей могли оставить заявку на участие. В Нижегородской области, как и по всей стране, елки с шарами желаний установлены в региональном отделении «Единой России». Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте елкожеланий.рф и выбрать регион и удобную сумму подарка. К акции уже присоединились активисты «Единой России» и депутаты всех уровней. Нет ничего более важного, чем доставить радость ребенку, особенно если он находится в непростой жизненной ситуации. И дети загадывают самые разные желания. Это и развивающие игры, и спортивный инвентарь, какие-то цифровые гаджеты. Есть также и нематериальные желания. Много ребят пишут о своих заветных мечтах. Кто-то хочет почувствовать себя машинистом.